Всем привет! Максимальная безопасность – это именно то, о чем должен думать в первую очередь человек, занимающийся альпинизмом, скалолазанием, горным туризмом, любым видом активного отдыха на природе с участием веревки и работая со страховкой. Меня зовут Алекс Боннард, и сегодня будем делать обзор на продукцию компании Petzl. Модель называется нижние обвязки Corax. Поехали! Беседка Corax от фирмы Petzl поставляется у нас в сетчатом чехле на молнии. Удобно там хранить и переносить вашу обвязку. Есть инструкция, она на различных языках. Русский тоже прилагается. Также прилагается и качественные иллюстрации к этой инструкции. А в конце есть информация по поводу того, как ухаживать, как стирать и что не нужно делать с обвязкой, чтобы она вам максимально долго прослужила. Обвязки производятся в двух расцветках. У меня зеленая, бывает также синяя. Синий похож, ну, приблизительно на мою толстовку, может быть чуть потемнее. А вот этот зеленый цвет, он не совсем зеленый, он похож на весенние листья, которые у нас в самом начале появляются. То есть сама обвязка серая, вот эти вот вставки выполнены у нас из вот этого расцветного материала. В двух вариантах. Также в двух вариантах у нас и размеры данных обвязок. Это единичка и двойка. У меня единичка. Вес у них тоже меняется от этого. У единички вес 490 грамм, у двойки 530 грамм. То есть обвязка очень, в принципе, легкая и компактная. Corax – образцовая универсальная страховочная система. Комфортна, легка и очень проста в использовании. Поэтому подходит и для новичков, и для профессионалов. Она может одеваться как и на зимнюю одежду, то есть на какие-то большие мохнатые такие, ну не мохнатые, пуховые штаны, либо на какую-то летнюю одежду, то есть и зиму можно использовать, и летом, в ней будет одинаково комфортно. Технология Frame Construction Technology обеспечивает оптимальное распределение нагрузки и эффективную вентиляцию. Пояс у нас широкий, петли ножные у нас тоже широкие, и все это вентилируется, несущие точки имеют подкладку из мягкого дышащего материала. Поясной ремень и ножные петли у нас снабжены пряжками Double Back, которые легко регулируются, центрируют систему, сохраняя разгрузочные петли в оптимальном положении. Не забывайте просунуть все это и зафиксировать маленькими резиночками. Две жесткие разгрузочные петли для снаряжения у нас находятся спереди обвязки по бокам. И две мягкие петли на задней части обвязки для навески необходимого снаряжения, чтобы можно было без помех использовать и носить рюкзак. Также у нас имеется 4 слота для развязочных карабинов Caritool. У обвязки есть сертификация, гарантия это 3 года, производство у нее Малайзия. Способ крепления веревки к вашей страховочной беседке. Берем веревку, делаем в большом расстоянии восьмерку. Вот таким вот образом. То есть у вас должна получиться вот такая вот петля. Сейчас я чуть побольше ее сделаю. В плане веревки себе чуть побольше оставлю. Еще, чтобы более показательно все это было. Вот, у нас получается вот такая вот петелька, восьмерка. Теперь мы с вами крепим ее не вот за верхнюю петлю, не за нижнюю, не за кольцо. Мы с вами крепим ее полностью за эти две. Пропускаем снизу верхнюю и пускаем все это обратным ходом в нашу петлю. Старайтесь повторять путь веревки. Нужно бы еще контрольный завязать, то есть чуть усик увеличить. Вот, у нас получается крепление к веревке. Мы крепим именно за верхнюю и за нижнюю петлю от ножных петель и от поясных.
полностью. Все, нас могут уже страховать вот таким вот образом. Теперь продемонстрирую стандартный способ использования страховочных устройств. У нас есть восьмерка и карабин. Правильное использование заключается в том, чтобы мы с вами цепляли карабин за кольцо. Вот за это. Вот таким вот образом. И пропускали у него восьмерку. Далее мы уже берем с вами веревку. И, ну, собственно, приготовились к спуску или к чему там готовимся обычно. Вот. Вот таким вот образом. Не вот так. Не знаю, как еще можно. Не вот так. Не, боже упаси. Вот так. Не за просто верхнюю. И не рекомендуется пропускать вот через эти две. Страховаться. Во-первых, вас муфта все здесь растеребонит. То есть, повторюсь, пропускаем именно вот так, таким вот образом. На этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. И да, дорогие подписчики, меня очень давно не было, поэтому в ближайшем будущем будут в основном обзоры. У меня не хватает времени на то, чтобы куда-то далеко выходить и снимать полноценные видео по тому, чему я хочу. А я хочу в ближайшее время открыть новый сезон по ловушкам, но как только у меня появится свободное время или возможность, я это сниму. А так, в ближайшем будущем, если вы хотите видеть чаще видео, то не забывайте ставить лайки, подписываться и вступайте в группу ВКонтакте. Там много чего интересного, надеюсь, вам понравится. И до скорого, с вами был Беннард, пока!